Вставать. Вставать? Зачем? Ты упадешь тут, Дим. Куда ты лезешь-то? Господи, Дима. Ну. Сейчас вот ты сковыркнешься отсюда, туда я не смогу идти. Тебя держать. Ну, вот тут давай спрыгивай. Опа! Оп! Молодец. Ай-яй-яй-яй-яй. Тебя мама еле удержала. Здесь вот новые дома. Это камушки. Камушки. Видишь, сколько уже детей побросало камушков вниз. Тут какие вон растения растут. Нельзя отсюда, конечно, надо их подмести. Подмести, да? И все, да. И тут полили. Дима, Дима, на маму посмотри, Дима. Дима, не лази туда, не лази. Ай-яй-яй. Все, пойдем тогда. Пойдем. Тогда сиди спокойно. Во, видишь, дядя уже посигналил. Поругался на тебя. Ты хулиганишь так. Дом новый. Какой новый, новый. Новый дом. Гнёз сама. А, там еще он, похоже. Гнёз бил, да? Гнёз бил тут. Гнёз бил. Сама я гнёз бил. Да, кто-то разбил. Вот так же камни бросил, как ты, и разбил. Это синий. Так, пришли мы домой с прогулки с Димочкой. Такую пакетики нам дали. Так, купили мы вот такое вот, такие вот лекарства. Это для Димочки, для садика, чтобы не заболеть. И там, кстати, даже написано от коронавируса, от заболеваемости коронавируса. Даже прописано. Не знаю, я думала и себе купить тоже такое пропить. Но, короче, она стоит 250 рублей. Одна таблетка пьется, но можно что-то первый раз выпить 8. Не знаю, хотя их тут 20 штук на месяц, если вот так. Но это детский, для взрослого. Не знаю, напишите свои комментарии. Что думаете вы? Так, две штуки вот такие взяли. Вот, ну, Димочка сейчас заболел. Зацепил сопельки в садике. Поэтому так, купили. А, вот, да, от соплей. Единственное, конечно, я очень сильно расстроилась, что он уже через 2 месяца, то есть будет срок годности истекать. Это обидно. Но она стоила 98 рублей. Я надеюсь, что мы его потратим за это время. Так, Акваморис мы взяли. Вот такой вот вместе с зелененькой звездочкой. Вот, он нам пригождается. Так. А, Тенатен. Это Диме для садика, потому что он там очень сильно бесится. Одну пачку мы уже пропиваем. Толку от него, конечно, никакого нету. Но педиатр сказал попить еще. Так, и следующее это у нас Нозефрин. Кто знает, у меня аллергия на пыль. Ну, короче, слизистая высыхает. И мне приходится раз в полгода или даже чаще, может быть, не знаю. Не замечаю, честно. Пользоваться такой штукой, то есть пролечиваться, чтобы мне было комфортно дышать. Вот стоит он у нас уже 500 рублей. Блин, это так дорого, знаете. И с другой стороны, понимаешь, что им будешь пользоваться всю жизнь. То есть до остатка жизни наверняка. Блин, это обидно. Ну, слава богу, он тут до 22 года. И мама нашла подешевле за 409. Но все равно 409, блин, это много. Это не 300 рублей, это не 200 рублей. Это очень, все равно дорого. Вот, и, наверное, мы завтра с Димой пойдем в другую аптеку. И я планирую еще купить, наверное, одну или две штуки. Не знаю, если там посвежее будет, до 22 года. Сейчас 20, то есть 2 года. В принципе, наверное, можно 2 даже купить, пока деньги есть. Вот так вот. А тут я пока делала обзоры. Посмотрите, какие интересные обзоры. Они выйдут
тоже где-то там рядышком с этим роликом. Или даже, может быть, попозже. Обязательно их посмотрите. Очень ароматные и вкусные. Маленькие пухлые кролики. Смотрите, тут зайка. Тут зайка с ушками. И даже тут тоже зайка с ушками. Ням-ням-ням. Так, у нас завтрак. Вернее, не завтрак, а обед. Такое вот яичко. Здесь у нас лучок я пожарила, морковку пожарила, помидорку потом. Засыпала, все пережарила. И сверху яичко. Не знаю, захотелось мне вот так. Это вот моя. Яички я люблю, когда сырые остаются. Вот, Диме я немножечко подержала подольше. Ну, как-то вот так у него получилось одно яичко, у меня здесь два яичка. Вот, сейчас мы будем обедать. Сейчас это все немножечко остынет. А у меня еще сыр. А ребенка я сыр не стала класть, потому что он часто давит. Наверное, мне кажется, это еще рано ему. Иначе он не поймет, что такое, просто начнет давиться. Не знаю, ну мне так кажется. Не знаю, напишите в комментариях, во сколько лет вы давали ребенку уже расплавившийся сыр. Потому что даже по себе замечаю, я могу подавиться. Вот. Такая вкусняшка получилась. Неаккуратно лежит так у меня. У Димы как-то получше. Всем пожелайте нам приятного аппетита. И вам тоже, если вы кушаете.